Ольга, Ольга, дякую, що не залишаєте нас у цей важкий час. Хочу запитати вас на рахунок мого брата, його звати Володимир. Вже багато років у нього постійні борги. Тільки повідає і зразу попадає в ще глибшу боргову яму. Чому так? Як можна езотерично допомогти? Заздалегідь дякую, миру вам і вашій родині. Почему у брата такие проблемы? Вообще, это принципы, которые я обсуждаю в школе. Ну вот, обычно, почему у мужчин так происходит? Мужчина начинает жить с женщиной, которая его не любит. Или у мужчины нет женщины, он там до сих пор еще живет не ради кого-то, а там, чтобы с кем-то переспать и так далее. И вот такая проблема является для мужчины очень частой такой проблемой. Если мужчина живет не для кого, не для чего, хотя сам думает, что его задачи абсолютно там очерчены. В случае, если у него нет постоянной женщины, если у него нет семьи, если он не сдался, или если есть семья, то в этой семье его никак не воспринимают, то это все приводит к тому, что в его жизни появляются долги и ничего не получается. Вообще нужно искать мужчине отношения. И в этих отношениях должно быть уважение. Как выбрать правильную женщину для себя? Необходимо посмотреть, насколько активно уважает такая женщина мужчину. Если уважает, если слышит, если готова подчиняться, если там лежишь, если мужчина лежит перед телевизором, а она снимает с него носки, укрывает одеялом, это говорит об уважении, это говорит о теплых отношениях. Если женщина не бегает там по разным мужчинам, не тратит деньги без разрешения, ну и так далее, это все приводит к тому, что отношения в семье улучшаются. Для мужчины это особенность такая. Если мужчина находит женщину хорошую, то в его жизни будет богатство. Если женщину плохую, будет бедный, как тараканчик. Такая вот судьба мужчин. Как можно помочь? Складывайте руки каждое утро, как я обучаю на первой ступени. И произносите: «Мой любимый брат, я желаю тебе, пусть у тебя все дороги откроются, пусть тебя женщины обожают, пусть у тебя в жизни все получается, пусть долги у тебя уходят».